heaven on earth. Также приветствуем всех, кто смотрит нас в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае, Африке. Верьте, что даже посреди пандемии Бог остается добрым отцом. У Него есть для вас будущее и надежда. Благословений вам. Добро пожаловать. Привет всем на ТБН, ЮТУБ, One Gospel и тысячам зрителей Praise TV. С нами связались уже сотни пасторов из Пакистана, и скоро у нас пройдет встреча в Zoom. Мы ожидаем великого Божьего движения в Пакистане и Индии. Добро пожаловать, зрители с Фейсбука, Ютуба и все, кто слушает нас по радио. Также нас смотрят все исправительные учреждения Африки. Приветствую все наши церкви в Блумфонтейне, Йоханнесбурге, Леди Брейне, Кейптауне, Кимберли и многих других местах. Пусть Бог благословит вас, Он добрый Отец. Давайте еще раз прославим Его за это. Также приветствую всех тех, кому хватило смелости прийти сегодня в Дом Божий. Пусть Бог благословит вас. Люблю вас, восхищаюсь тем, что некоторые из вас даже приходят с маленькими детьми, несмотря на холод. Вы молодцы. Аминь. Я очень люблю вас. А пока еще не садитесь, давайте-ка выведем на экран место Писания, которым мы будем укреплять нашу веру. Мы укрепляем свой иммунитет, а веру нужно укреплять еще больше. Скажите на это «Аминь» и прославьте Господа. Мы будем читать со второго стиха. Итак, давайте начинать. Если вы готовы, то поехали. Лука, 11 глава, с 1 по 13 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: раз, два, три. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А дальше вы знаете: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков». Дети Божии, воздайте Ему хвалу, ибо Его есть царство и сила и слава. Аллилуйя! Бог будет превознесен даже во время ковида и после него. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, делайте возможное, укрепляйте свой иммунитет, а Бог сделает невозможное. Присаживайтесь, пожалуйста. Иисус учил своих учеников молиться, а я бы хотел поговорить с вами сегодня о неограниченном доступе. И сегодня мы будем немного учиться, потому что знание — это сила. В 5 стихе Иисус продолжает. Он продолжает свое учение о молитве. Он рассказывает о том, как молиться так, чтобы Царство Божие проявилось, и чтобы воля Божия исполнилась в вашей жизни. На прошлой неделе мы говорили о несправедливом судье, а на вечернем мы говорили о серафиникиянке, и сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его». Все скажите: «Неотступность». Давайте вместе: «Неотступность». Все вместе.
Это означает стучать, пока вам не откроют. Встав даст ему, сколько тот просит, и я скажу всем вам. А вы еще здесь, я надеюсь? Речь идет о вас. Просите и продолжайте просить, и дано будет вам. Ищите и продолжайте искать, и найдете. Стучите и продолжайте стучать, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. Слово «просящий» — это деепричастие настоящего времени продолжительного действия. Это означает, что вы просите и просите. Вы не сомневаетесь в воле Божией. Когда идете долиной тени смертной, вы верите, что Бог приготовит вам стол на виду у ваших врагов. Вы верите, что Господь — ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Вы верите, что Бог прокладывает для вас путь. Я понимаю, что вам непросто, но вы не одни. Бог с вами. Аминь. И он говорит, как справляться с трудностями. Нам нужно приходить к нему чаще, чем когда бы то ни было. Ибо всякий просящий получает. И ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Кажется, мы говорили об этом на прошлой неделе. Бог добрый, справедливый, и он не играет со своими детьми. Может, в вашей жизни какая-то задержка, но Бог занимается вашим делом за кулисами. И скоро все изменится. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Как вы знаете, Дух Святой открывает нам всю истину, а у Матфея сказано, что Отец умеет давать добрые дары тем, кто просит у Него. Что же нам нужно делать? Нам нужно знать волю Божию. Нам нужен доступ к воле Божьей. Нам нужно поставить себя в правильное место, а потом продолжать просить. Многие люди подходят к Богу как к огромному квартирному комплексу. То есть у них есть нужда, но им нужно знать, в какую дверь войти за ответом. Может, это дверь традиции, поклонения предкам, или возможности, или чего-то еще, но дверь всего одна. И дело не столько в том, что находится за этой дверью, а скорее, кто за ней. Именно это определяет, что вы получите. Итак, приходя к Богу, вы приходите к Нему как к Отцу. Откровение Нового Завета Иисус принес. Удивительное откровение, что великий Бог — это ваш Отец. И этот Отец не злой и не сердитый. А когда вы приходите к Отцу через дверь, у Иоанна в 6 главе Иисус сказал: «Я есть дверь». К Богу нет другой двери или другой точки доступа. Подходя к этой двери, по другую сторону вас ожидает Отец. Ваш Отец открытый. Он — сама доброта и милость. Он любящий, и у Него нет наготове палки, чтобы бить вас ею по голове. У Иоанна сказано, что Иисус пришел к Своим, но Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть или право быть детьми Божьими. Это очень важно, потому что у ребенка в семье есть определенные привилегии. У ребенка есть права, а также у него есть свое место или положение. И мы должны понять, что Бог приготовил для нас, своих детей, место. Я имею в виду престол благодати. Мы имеем туда неограниченный доступ. А во времена пандемии, когда там много скептиков и пессимистов, кажется, что люди уже не уверены, имеют ли они доступ к престолу благодати или нет. Они думают: «Бог недоступен, а у меня проблемы. Я не могу прийти к Богу, потому что у меня чувство вины или мне стыдно». Первое, чего пытается лишить вас сатана, это смелость, чтобы вы не смели приближаться к Богу и к Его престолу. Все ваши нужды восполняются в присутствии Господа, но единственный доступ к Богу — это не кровные жертвы, не ритуалы и даже не женщины, которая умеет читать будущее по чайным листьям. Доступ — это дверь.
И имя этой двери — Иисус Христос. Иоанна 14, глава 6 стих. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть мне нужно знать, как войти в тронный зал благодати, потому что там есть милость и своевременная помощь. Мои нужды могут быть восполнены, мой прорыв может состояться, но для этого я должен войти через дверь. Вы можете приехать в отель, где для вас уже оплачен президентский люкс. Но если вы не знаете этого, то будете сидеть в лобби или даже под отелем. В Библии сказано, что мой народ гибнет от недостатка знаний. Недостаток знаний. Мы должны говорить о неограниченном доступе к престолу благодати. Вот что пришел принести нам Иисус. Он пришел открыть нам, что Бог — это наш Отец. Это невероятно, потому что в Ветхом Завете только первосвященники могли приходить к Богу и разговаривать с Ним, и только раз в год они приносили искупление за грехи народа. Но были еще и обычные люди, которых призывал Бог. Например, Авраам, от него пошли евреи, и язычники тоже, от двух его сыновей. А еще был Моисей, и Библия говорит, что Бог разговаривал с Моисеем лицом к лицу. То есть в Ветхом Завете есть проблески того, каких именно отношений желает Бог. Но если мы сейчас имеем доступ, так почему бы не воспользоваться им? Если мы имеем Отца любящего, всемогущего, вездесущего, всезнающего, то почему мы продолжаем жить так, будто бы не знаем, что приготовлено для нас в будущем? Предполагаю, что дело в неправильном учении, неправильных доктринах, неправильных религиях, выставляющих Бога в неправильном свете. Многие люди не знают, кто сидит с той стороны двери, поэтому им страшно. Они не пользуются своими привилегиями и доступом в тронный зал Бога, и поэтому многие верующие приходят к Богу именно так. Они думают, что для них доступ закрыт или ограничен, или же что к Богу можно приходить только через пророка, или какого-то святого, или через медитацию, или через жертвоприношение. Но жертва уже была принесена. Это одно из величайших откровений, которые вы можете получить как дитя Божие, потому что ваша вера — это не формула. Ваша вера основана на понимании того, что Бог — это любящий Отец. Вера требует полной отдачи и полного посвящения. Вера требует полного доверия. Когда вы чего-то не знаете или не понимаете, вера — это доверять, когда кажется, что это не имеет смысла, потому что ваша вера — это не формула или доктрина, а личность, сидящая на престоле благодати. Не престол справедливости, а престол благодати и милости. То есть, приходя к Богу, вы входите в тронный зал полный благодати и милости. Когда пришел Иисус, произошли две вещи. Во-первых, началась эра благодати. Во-вторых, начал действовать Новый Завет милости. Благодать — это Божья, незаслуженная и незаработанная благосклонность. А милость — это желание и готовность Бога относиться к вам лучше, чем вы заслуживаете. Это означает, что я могу приходить к Богу независимо от того, что я сделал и где я был. Я имею доступ к Нему благодаря крови Иисуса. Милостивый Бог ждет меня с той стороны двери, чтобы я пришел и сказал: «Меня зовут Эд или Энн, вот я пришел, я имею доступ во имя Иисуса, я могу приходить к престолу благодати, больше никакой вины, никакого стыда, никакого осуждения, я имею доступ прямо к престолу Бога, где меня ждет мой Отец, аллилуйя, так воздайте Ему хвалу. Возможно, вы сейчас лежите в постели и сражаетесь с ковидом, но я хочу сказать вам, что ничто не отделит вас от Бога,
Божией любви. Если вы сражаетесь сейчас, то я провозглашаю жизнь и силу. А если вы столкнулись с неопределенностью, то я провозглашаю свет и победу в вашу ситуацию. Во имя Иисуса, даже если вы можете пошевелить только мизинцем на ноге, то сделайте это. Шевелите своими пальцами и славьте Бога, а также можете воскликнуть Ему «Аллилуйя». Итак, неограниченный доступ. Мне это нравится. Доступ значит возможность или право куда-то войти. Мы имеем возможность, но многие люди не пользуются ею. Например, люди могут ходить в церковь, но не ходят, все из-за страха. Страх — это когда фальшивые доказательства кажутся реальными. Итак, доступ — это возможность. Мы говорим о доступе. Вам нужно иметь доступ к своим привилегиям. Вам нужен доступ к вашему счету, вашим благословениям. Возможно, через неделю мы поговорим о том, что мы получаем доступ к благодати через веру. Никогда не исключайте веру. Даже к благодати мы приходим через веру, и к Богу вы приходите через веру. В послании к евреям сказано, «Без веры невозможно угодить Богу, ибо приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, и что ищущим Его Он воздает, награждает, а не судит». Не подумайте, что я проявляю неуважение. Я не претендую на место Бога. Если вы не знаете, кто сидит на престоле, если вы не знаете, что по ту сторону двери, если полиция приехала в дом, где есть бандит или наркоторговец, то они по-другому подходят к его двери, не так ли? А почему люди приходят к Иисусу со страхом, осуждением, чувством вины? Потому что они не знают, что сделал Иисус. Они не понимают Евангелия. Они не понимают, что цена заплачена. Они не понимают, что это не престол суда, а престол благодати во имя Иисуса. Я говорю, что место, где сидит Бог и куда Он зовет вас, это не престол суда и исправления, а престол благодати. И Бог говорит, что вы имеете доступ к этой благодати. Послание к евреям сказано, что мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Так будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением. С дерзновением, значит, смело. Но многие люди приходят робко. «Господь, ты видел и знаешь, что я сделал. Мне так жаль». И вы будто бы ползете к Богу. Я не говорю, что вы можете грешить, но Библия говорит, что если мы грешим, то имеем заступника перед Отцом, Иисуса Христа. В послании Иоанна сказано, «Если вы исповедуете свои грехи, то Он верен и праведен и простит вам грехи ваши». Бог доволен вами. Может, не вашим поступком, но Бог работает с вами на основании жертвы своего Сына. Вот эта дверь, и дверь — это не ваши дела. Потому что ваши дела — это как грязная одежда. Дверь — это не ваши эмоции, это не ваш дедушка, не ваши традиции, не поклонение предкам. Не нужно на меня злиться. Есть всего одна дверь. Ее имя — Иисус Христос. Если любите Его, воздайте славу. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Все скажите «престол благодати», потому что теология некоторых из вас неверна, и поэтому ваша вера не работает. Когда что-то идет не так, у вас сразу появляется осуждение, чувство вины и страх. Именно эти вещи использует сатана, чтобы помешать вам приходить к престолу благодати, потому что вы думаете, что Бог изменил свое отношение к вам. Бог определил свое отношение еще 2000 лет тому назад. Он твердо заявил о своих намерениях.
Исаия называет это заветом благодати. Бог говорит, что горы сдвинутся и холмы пошатнутся, но Его доброта, любовь и милость не отойдут от вас. Вот где вы меняетесь. Вы меняетесь не от дел, вы меняетесь от благодати. Вот где вы меняетесь. Вот где вы получаете мудрость и понимание. Вот где вы получаете любовь Божию. Кстати, ваша вера действует любовью. Вы должны быть уверены в любви Бога и в том, что Он никогда не передумает насчет вас. Бог любит вас, несмотря ни на что. Он любит вас, потому что вы — это вы. Бог за вас. Он никогда не будет против вас. Это сделала жертва Иисуса Христа. Если это не радует вас, то я не знаю, что может вас обрадовать. Это и есть Евангелие. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это правда, пришедшая с небес. Аллилуйя. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Библия говорит, что Бог никогда не относился к нам по нашим грехам. Если Он этого никогда не делал, то и не будет делать. Я понимаю, что вы устали от ковида, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Сейчас мир страдает так, как никогда. Многие люди остались без работы. Многие потеряли близких. Многие столкнулись с финансовыми трудностями и так далее. А Иисус говорит нам об Отце. Он говорит, что Отец любит нас, Он знает наши нужды. Он ничего не прячет от нас и отвечает на наши молитвы. Может возникнуть задержка, но это не значит отказ. Поэтому не сдавайтесь. Приходите к престолу благодати, стучите и продолжайте стучать. Господь — это Аня. Господь — это Адам. Я буду стоять и стучать, потому что я имею доступ к престолу благодати. Мне нужна помощь в воспитании детей. Отец, мне нужна помощь в выходе из зависимости. А где вы получаете помощь? Приходя к престолу благодати, а входной билет в тронный зал Бога — это Иисус Христос. Когда вы говорите «Отец, я прихожу во имя Иисуса», вы получаете все внимание Бога. И Бог смотрит на вас и слушает вас не на основании того, что вы сделали на прошлой неделе. Он слушает вас и отвечает вам на основании того, что Его Сын сделал для вас 2000 лет тому назад. Когда вы входите в Божью благодать, сила греха вашей жизни и желание грешить уничтожаются. Поэтому не нужно зацикливаться на грехе. Иисус разобрался с грехом еще 2000 лет назад. А мы с вами говорим о доступе. Многие люди считают, что им нужно заслужить или заработать право приходить к престолу благодати или к Богу. Они не знают, что их ждет. Любовь или суд, принятие или отвержение. Как я говорил на прошлой неделе, самое важное представление для вас — это ваше представление о Боге. Когда я говорю «Бог», что всплывает в вашей голове? Просто три буквы? Какая у вас картинка в вашей голове при этом? Эта картинка и будет определять ваши отношения. Когда пришел Иисус, люди были в бешенстве, потому что Он представил Бога как Отца, а они представляли Бога как кого-то далекого, к кому можно приблизиться только через исполнение закона. Почему-то люди решили, что делами можно заслужить доступ к Богу. Но Библия говорит, что никто не может оправдаться делами закона. А вы можете оправдаться только благодатью. Вы оправдываетесь не тем, что сделали вы, а тем, что 2000 лет назад сделал Иисус. Это значит, что ваше сердце должно быть утверждено в праведности, а вы должны быть укоренены в Божьей любви. Иначе ваша вера не будет работать. Я рекомендую вам еще раз прослушать
прослушать это послание, потому что я даю много мест Писания и много информации, над которыми нужно поразмышлять. Если вы этого не поймете, ваша вера всегда будет формулой, а ваше христианство — многоквартирным домом со множеством дверей. Вы будете стучать и искать, потому что вы не утверждены в сыновстве. Он наш Отец, наш, мой и ваш. Он открыт для меня и для вас, каким бы ни был ваш титул, епископ, пастор, директор, грешник. Он открыт для вас. Он есть любовь, благодать и милость. И Он желает помогать вам во время нужды. Да, Он желает помогать вам во время нужды. Он желает помогать вам. Он проведет вас через вашу долину. Он проведет вас через тьму. Он поможет Южной Африке. Мы станем лучше. Мы станем сильнее. Воздайте Богу хвалу за это во имя Иисуса. И скажите: лучше и сильнее. Да, все потому, что у вас есть Отец. Аллилуйя. Я люблю своих детей одинаково. И если бы у меня было 5 детей, я бы всех их любил одинаково. А внуков я люблю чуть больше, но тоже всех одинаково. А почему ты не говоришь: «А как же я?» Раньше я говорил, что нельзя любить внуков больше, чем детей. Но тогда я вообще не имел внуков. У меня их не было. И внуки любят меня больше, она сказала: «Аминь, посмотрите». Но у Бога, слава Богу, внуков вообще нету. И в переводе послания сказано примерно так. Теперь, когда мы знаем, что у нас есть Иисус, теперь, когда мы знаем, что у нас есть Иисус, скажите всем: «У меня есть Иисус». Давайте. Говорите: «У меня есть Иисус». Теперь, когда мы знаем, что у нас есть, мы знаем, что у нас есть Иисус. А поскольку у нас есть Иисус, у нас есть спасение, искупление и праведность. То есть мы в правильном положении перед Богом, и мы имеем доступ. Аллилуйя! У нас есть Иисус, этот великий первосвященник. Аллилуйя! Но люди не приходят к Богу. Спросите человека, и он скажет, что он никогда не молится и не читает Библию. Он не говорит с Богом. Есть престол благодати, и завеса перед ним была разорвана сверху вниз. Когда Иисус висел на кресте, Иисус сказал: «Свершилось», и наступила новая эра благодати, и начался новый завет милости и мира. То есть Бог заключил мир с человечеством, и теперь евреи и язычники имеют доступ прямо в тронный зал Бога, где сидит сам Бог, святой. Той Бог, который открылся в этой эре как наш Отец. Это так сильно, очень сильно. И Он не злой и не жестокий Отец. Когда проповедники говорят о сердитом Боге, они представляют себе жестокого Отца. Бог не жестокий и не злой. Он всегда добрый, всегда. Он любовь, и Он всегда остается любовью. В любви нет зла. Любовь не думает о вас ничего плохого. Любовь чистая, добрая, нежная. Любовь на все надеется и всему верит. Любовь никогда не сдается. А это означает, что Бог никогда не махнет на вас рукой. Бог никогда не спишет вас со счетов. Он не просто любит. Он есть любовь. Он не такой, как некоторые проповедники, которые злятся и выдумывают различные законы. Нет, Бог послал Своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Иными словами, не важно, что вы чувствуете. Доступ к Богу дают вам не чувства, а то, что Иисус сделал на кресте 2000 лет назад, и только с Богом вы начинаете меняться. Аллилуйя! А затем сказано, у нас не такой священник, который оторван от нашей реальности. То есть Бог знает, что с вами происходит. Он в курсе, что вы лишились работы. Он знает, что у вас упали доходы. Он знает, что вы сражаетесь с какой-то болезнью, и это не COVID. Бог знает, что у вас проблемы в браке. Он знает, что у вас проблемы с детьми. У вас никогда не было с ними проблем, пока не начался локдаун. Бог за вас, и Он слышит ваши проблемы. Бог желает, чтобы вы приходили к Нему, потому что Он вас понимает, ведь Он прошел через слабость и испытания, пережил все, кроме греха. Так что давайте подойдем прямо к Нему и получим то, что Он и так готов отдать. О, мне это нравится. Давайте пойдем прямо к Нему. Отче наш, сущий на небесах, давайте приходить прямо к Нему. Где Он? На Своем престоле благодати, на троне милости. Давайте пойдем прямо к Нему. А что вы получите у престола благодати? Там только благодать, милость, любовь, восстановление, прощение и благословение. Там помощь, милость, благодать, трансформация и славы в славу. Вот где мы меняемся. Аминь. В Его присутствии, в Его благодати. А благодать — это, кстати, личность. Люди постоянно говорят о благодати, а благодать — это личность. Благодать — это Иисус. Говорят, что это Евангелие только благодати. Нет, это Евангелие мира, милости, любви, надежды и благодати. А доступ к благодати мы имеем через веру. Мы приходим к престолу Бога по благодати, ибо благодатью вы спасены через веру. А это означает, что вам нужно активировать свою веру. То есть вы должны прийти к Богу и запросить благодать Иисуса. Потребовать свои права по завету. Не сидеть и не киснуть, не быть пассивным или нейтральным. Когда вы приходите к престолу благодати, Иисус учит, что вы должны просить и просить. Стучать и стучать, искать и искать. Бог здесь, но вы должны просить Его до тех пор, пока вы не должны передумывать и уходить от престола благодати, потому что именно там христиане получают помощь. Поэтому нам нужно утвердиться в праведности. Тут сказано, так что давайте подойдем прямо к Нему и получим то, что Он и так готов отдать. Возьмите милость, примите помощь. Люди говорят, что Бог не желает помогать вам, но это не так. Бог желает помогать вам, решать ваши проблемы. Бог хочет помочь вам восстановиться. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он — своевременная помощь. Мы приходим к любящему, доброму и милостивому Богу. Он — наш Отец, полный благодати и милости. И вы, как Дитя Божие, имеете неограниченный доступ к престолу Божьему. Скажите, Господь, я имею права и свободы. Я имею смелость приходить к престолу благодати. Вот что дал нам с вами Иисус. Не доступ к пророку, а доступ к престолу благодати, доступ к Богу. Но если вы не знаете Иисуса, то вы не узнаете и Отца. А если вы не понимаете, что Иисус сделал для вас, то вы будете сомневаться в своем доступе. Если вы не понимаете, что Иисус сделал для вас, то ваше сердце не будет спокойно, когда вы приходите к Богу. В послании к римлянам сказано, что нет осуждения тем, кто во Христе. Знаете причину номер один, которая мешает молитвенной жизни христианина? Это осуждение. Люди чувствуют себя недостойными. Вы никогда не будете достойными. Все согрешили и отпали от славы Божией,
Платы за грех — смерть, но дар Божий — вечная жизнь во Христе Иисусе. Мы приходим к Богу на основании жертвы Иисуса Христа. Ефесянам 3 глава говорит об этом. «По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». А послание к евреям 10 глава говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа». Тут не сказано «своими делами». То есть мы входим к Богу через кровь Иисуса, которая взывает лучше, чем Авелева. Кровь Иисуса взывает о милости, а кровь Авеля взывала о мести и справедливости путем новым и живым. Который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем. Мои дети никогда не приходили ко мне напуганными. Они никогда не думали, что я вдруг выпрыгну из постели и стукну их палкой. Они знали, что могут прийти ко мне, и если я не услышал их с первого раза, их просьба становилась громче и настойчивее. Обычно это начинала одна из девочек. Анжелика, она была посмелее, а Дэвид доводил все до конца. Если мы не слышали, он начинал громко стучать. Тут сказано: «Да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Это первое послание Иоанна 3:19. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца нашим. Как мы это делаем? Когда я прихожу к Богу, мое сердце должно быть уверенным, то есть мое сердце должно быть спокойно из-за того, что оно утверждено в праведности. А если вы не утверждены в праведности, то, приходя к Богу, первое, что приходит к вам в сердце, это осуждение. А как только приходит осуждение, уверенность уходит. Вы слышите, возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А вы скажете: «Пастор, все дело в том, что вы делаете или чего вы не делаете». Так, подождите. Давайте дальше читать. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам». Иными словами, Бог говорит, что мое сердце успокаивается тогда, когда я понимаю, что Иисус сделал для меня, и я прихожу к Богу на основании совершенной работы Христа. 2000 лет назад Он заплатил высокую цену и дал мне доступ к Богу. Я не позволю моим чувствам, стыду, вине, осуждению не пускать меня к Богу. Я буду успокаивать себя тем, что сделал для меня Иисус. Бог заповедал нам верить в то, что Иисус сделал 2000 лет назад. Братья и сестры, 2000 лет назад Бог дал вам доступ к самому Богу Отцу. Скажите аминь на это. Аллилуйя. Наше время подошло к концу. Спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Вы прекрасные люди. Я хочу сказать вам, что вы имеете доступ к Отцу, и этот доступ через Иисуса. Возможно, вы чувствуете вину, стыд, но вы можете сделать шаг в правильном направлении, отдав свое сердце Иисусу. Для этого вам лишь нужно произнести одну молитву. Сделайте это и войдите через эти двери к небесному Отцу. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я верю, что Ты — Христос. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Сегодня я отдаю Тебе всю свою жизнь. Я Твое дитя. Во имя Иисуса. Аминь».
Пусть Бог благословит вас. Поздравляем вас!